приехал на Ротана, на Блесну. Ну, побурил бунки, вот пробую. Опять прошел, ничего. Ну, буду пробовать, пока камера не сядет. Попробую, ничего. Тихо разговариваю. Ну, на Блесну. На котлеты пойду. Вот. О, ребята, красавец. Видно? Красавца, красавца видно. Красавец. Ох, 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 красавец, растопырился. Прекрасно. О, на Блесну. Просадил хорошо. Какой красавец. А, вот он, небольшой. Заряд. Так, тебе как, с прослойкой или как? Он не выбирает, а то мне начали тут, он соленую не любит. Я говорю, у меня есть. Еще как. Соленую не любит, как сказал, соленую не любит. Ну тут тукал-тукал, съел. Но это может быть маленький, а может быть и не маленький. Ясно. Местами как нету, он местами прямо там заходишь, прям он круг целый. На трех лунках клюет, еще две-три проходишь, ни черта. Только потычки. Вот он. Будет он разбираться. Соленые, не соленые, ветчина это или что. Лишь бы жила была там на мясе, лишь бы, чтобы прицепилась она. Включу камеру на зарядке. Какого еще? Черный прям. Черный, какого вытащился на птицу. Здоровый ховал. Боже. Думал, ничего, на самом мелководье. И вон-то его какой обгрызанный. Ну ладно. Вот он, более-менее. Заглатывай-то, блядь. Блин, горел. Ну, походу. Заглатывай. Ё-моё, это ты мне бил там. Только за сало дергал. Так не влазит, зато хоть пососу сальца. Вот она. Красавец. Вот она, видишь, красавец. Вот это. Ну, мужчинка. Сальца соленого заходит. Он сало любит соленый. Свойской такой, свойского посолу. Свойского-то нету. Но такую он, ну, умеренного посола он нормально любит.
И давай, 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 сюда. И давай, дорогой. Ой, ну камера, как мы видим. О, какой красавец. О, прекрасно. И сюда. О, какой. Вот. Вот он. Еще морда. Вот он. Это малосольное еще. Ну что, сейчас туда-сюда чайку попить. Да еще штучек 20 лунок навертеть. Что-то туда дальше вообще, я оттуда шел сейчас ни черта там. Да он, может, и тут уже притихает. Соскочил. Ну, ну это еще не говно. О, ну все же, если все такие ковалки, это... Блин, сошел. Если все такие ковалки будут, и их тогда и... Когда же они расти-то будут? Они и так, посмотри, друг дружку жрут тут. А, ну я хищник, карпы, и на карпа, и на хищника. Вот года три на карпа не ездил никуда, года два точно. Я слышал. Там платно, что ли? Блядь, сошел. А где это такое? Где это? На морозе быстро садится камера. Это же вроде как небо замшило, а тут целый день солнышко. Так переклевывал, не скажу, что хорошо. Ну, средний. Более-менее средний перепадали. Ну ладно, сейчас еще вечерок посмотрим. Да, мороз усиливается. Нашел наконец-то, да? О, вот это уже поядренше. Вот он. Наконец-то аж трещотка сработала. Вот он, красавчик. Вот оно. Наконец я дождался. Ой, какой красивый. И красивый цветом, и сам он из себя всего воображает. Прекрасный, прекрасный ротан. Вот он, на руководе дает. Тебе знать. Ох, как в спине содрогается. Хорошо. Хороший. Прекрасный. Ага. Только проговорил, что... Не дает о себе знать. Ну крупненькие-то попадали. Камера тут села. Ну хорош, друг. Блин, тут небольшой что-то. Небольшое, но... Ладно. Ну, следом, чтобы за ним ходят. Не боятся. Забагрил я его. Забагрил я его за хибот. Думаю, это селявка.
Ух ты, тут уже поядрёнше. За ним, наверное, который бег. Ух ты. Какие-то шпингалеты. Ух ты. Чуть-чуть поядрёнше. Ну что, рыбалку заканчиваю. Ну ничего, снежок небольшой пошел. Ну сейчас уже к вечеру вообще почти прекратится. Тут разные есть, крупные, хорошие, и мелочи хватает. Ну пакет солидный нашуровал. Ну все, пока.